Добрый день! Я приветствую всех, кому интересно, как перезимовали розочки. И в этом видео я немножечко вам покажу и расскажу, для чего. У меня некоторые спрашивали, для чего мне муж раскапывал розы, пусть они дальше так сидят. Дело в том, что... Ну, вот это основной розарий большой, да, у меня. Дело в том, что очень много снега. Температура у нас... Сейчас дневные плюс 7, плюс 10. И вот в прошлом видео я показывала, как муж мне раскопал вот этот тоннель. То есть, видите, с одной стороны он не раскрыт, да, не раскопан. С другой стороны раскопан, чтобы я могла подойти вот к остальным всем тоже розочкам. Когда он не раскапывал, это было неделю назад, снег был очень рыхлый. И только-только началось таяние. И... не составило труда убрать этот снег. Посмотрите, я вам сейчас покажу. Просто плотность снега. Видите, у меня даже рука не проваливается. То есть вот, да, какой плотный сейчас снег, потому что целую неделю были плюсовые температуры. А представляете, этот снег был бы сейчас на укрытии. Если такой снег на укрытии, естественно, ни о каком движении воздуха под укрытием быть не может. То есть воздух не проходит. И кто видел мое первое видео после сразу укрытия, я говорила, что на кончиках розочек немножечко был белый пушок. Ну, как плесень, да, такая. Сейчас никакого белого пушка, как вы можете наблюдать, нет. То есть все, проветривание пошло, розочки чувствуют себя прекрасно. Вот, поэтому именно для этого раскопано было, с одной стороны, для того, чтобы был доступ для меня, да, чтобы я могла проветривать. И для того, чтобы был доступ свежего воздуха, естественно, к розочкам. Все, я думаю, что я ответила на ваши вопросы. Всем пока-пока и до новых встреч!